друзья, многие из вас спрашивали, где в Алании приобрести хорошие джинсы, хорошие сумки, хорошие футболки, спортивные костюмы и куртки. И мы нашли такой магазин, точнее, мы его не нашли, мы всегда сами там покупаем. И мы решили сегодня рассказать вам об этом магазине. Где находится этот магазин? За мной находится магазин «Де-факто». Вы переходите улицу, проходите мимо обменника и идете примерно метров 5, и напротив ювелирного магазина вы попадаете в магазин «Агденис Бутик». Вот магазин выглядит таким образом. В описании я оставлю ссылку на все контакты. Ну а сейчас давайте пройдем и посмотрим, что же у них есть и самое главное, сколько это все стоит. Дорогие друзья, мы сейчас находимся, как вы уже видели в начале видео, мы пришли в «Агденис Бутик». И здесь работает Рамиль, который прекрасно говорит на русском языке. Спасибо. Сейчас он нам покажет ассортимент, цены и самое главное расскажет о качестве, о скидках, которые у них есть. В общем, все самое главное, что вы хотите знать о сумках, джинсах, куртках, футболках и спортивных костюмах. Ну, это просто образцы. Основной выбор находится внизу. Как бы там в 35 раз больше выбора. Расскажите сначала, что у вас есть в магазине, вот прям по порядку, у какие товары? У нас что есть? Внизу у нас в 35 раз больше выбора. Ну давайте стоит. Тогда теперь пройдем вниз, конечно, и вы нам конечно. Все покажете вот, и расскажете. От лялек, от годовалых. Прям от на детей. От двух месяцев, даже можно сказать, от месячного и до как бы подростка, до 176. А, еще важно отметить, что у вас детская одежда, женская и мужская. Годовалые, то есть ляли. Маленькие, Ляли. От маленьких и до подростков. И то до есть от 74-го роста начинается и до 176. И, как бы, ну вот и сколько стоит такой костюмчик? Такой костюмчик, минуточку. У нас костюмы спортивные от $13, даже от 15 и выше. Как бы вот смотрите, заметьте, сумки у нас есть? Остались, видите, вот столько. Как бы давайте... можете даже отсюда снять. С этой стороны. Давайте посмотрим тогда по качеству и ну, по качеству, ценам. Смотрите, если даже не кожа, то есть прошлые хозяева этого магазина, они закупали хорошее качество. То есть если даже не кожа, вот это, допустим, не кожа, но она не трескается, не лопается. Есть некоторые здесь идут как эко-кожа. Эко-кожа это как бы хороший заменитель. Но это не то, что было раньше, типа дермантин. Да. Сейчас технология. Какую цену у вас сумки? Эта сумка у нас. Вот диапазон цен сейчас какой у нас? У вас? Я, вот, я так скажу, от, от $10. От 10 долларов. И есть несколько моделей осталось, такие, которые, допустим, гораздо дороже были. До 50, до 60, это максимум. От 10 до 50 до. Мы как бы их, мы здесь вот, допустим, если вот некоторые говорят, ну она же не кожа, если даже не кожа, здесь аксессуары, вот типа вот это, они не окисляются. То есть обычно, когда... Вот эти вот аксессуары. Да. Ну, даже если пальцем, когда трогают, в пальце же существует у человека ну, да, да, пот. Да, да. Оно же соленое, как бы, хочешь не хочешь, оно как бы не окисляется. Вот, допустим, вот эта вот кожаная сумка. Но сумки это такая тема, это женщине каждой индивидуально. Да. Вот это кожа натуральная. Ну, как бы это не каждый ее возьмет. В какую но, цену вот эта сумка? Эта сумка... Было 570 лир, 570. Вы почем ее сейчас продаете? Мы ее отдаем за 45-40. Ну, опять-таки, здесь у нас цены изначально правильные. Мы не любим как бы накручивать чересчур, а потом стоять. Вот, как бы, вот таких сумочек есть не кожаные и есть кожаные. Кожаные вот модели. Здесь вот кожа. Помимо вот этого, вот так вот посмотрим, видна вот кожа. Да, некоторые говорят, ну может быть вставка здесь какая-то кожаная, а вдруг она не кожаная. Нет, видно, что это видно. Кожаная сумка. И что мы делаем? Некоторые клиенты берут ногтем, царапают, но это без нас, потом мы замечаем. Поджигаем, кожу можно проверить так, и она видна. То есть... И скажите самое главное, теперь все ценник. Хотят знать, сколько стоит эта сумка? Ценник в том году, с учетом того, что курс доллара был 3,2-3,3, это в районе в том году делало $80. Сейчас, если по ценнику считать 270 лир перевести на доллар, получается в районе $60. Но мы делаем как бы... Это вообще ненормальная цена. Да. За $20 мы друзья, выступаем. Представляете, кожаная вот, сумка... К примеру, повернитесь вот сюда. Вот сюда можно? Кожаный ремень. Кожаный ремень.
вот это вот все натуральная кожа. Угу. Проверяем ее, выворачиваем вот так вот дырку и видим в одном цвете. Если один цвет, это кожа. Угу. А если две прослойки, то угу. это идет зам и прессованная кожа. Обычно угу. у китайцев такое есть, как бы, но у нас такого нет. Какую цену в прошлом году они были 80 лир, в районе 26-30 долларов. Угу. Сейчас они у нас 10 долларов. 10 долларов, 10 долларов натуральная кожа. Супер, слушайте. Потом, и у вас такой большой выбор здесь? Ну, было продукты. Еще больше, как бы мы это все, как бы, слава богу, клиенты покупают. И они не дутые, вот это металл, а он цельный. То есть сам по себе он сделан качественно. Выбора было больше. Это не то, что остатки. У некоторых, допустим, даже в упаковках они полные. Под джинсы идут разные. Есть под классический ремень. Под классические, допустим, брюки. Ага. Автоматика. Вот она вот очень качественная. Под классические брюки. Угу. То есть вот так вот она будет выглядеть. Угу. Пардон. Вот. Под классические брюки. Автоматика. Здесь у нее зубчики свои. Ну, это уже люди как бы знают. Угу. Вот так вот. 10 долларов. 10. Продажи они были гораздо дороже. То есть ремни у вас от 10 долларов? 10. Угу. Здесь, допустим, двухсторонние женские есть. Вот. Угу. Эта сторона кожи и эта сторона угу. кожи. Тоже 10. 10. Поставили ценники, угу. как бы, чтобы здесь люди... Они кожаные, не вот кожаные? Вот это кожа, кожа натуральная, смотрите. Кожа. Нет, кожаные здесь меняются, есть за 20, есть за 15, но угу. опять-таки... От 10 максимум до 20. Она стоит 20 долларов. Вот это натуральная кожаная. Угу. Потом здесь есть не кожаные, вот допустим. Но они очень хорошего качества. А сейчас она стоит 20 долларов. Вот это натуральная кожаная. Угу. Потом здесь есть не кожаные, вот допустим. Но они очень хорошего качества. Как бы джинсы у нас, главное, чтобы по размеру попасть. Они, допустим, продались, серия разбита, начинаются от 15, даже от 20 и выше. Нормальные джинсы. От 15-20 долларов? От 15-20 долларов и выше. Здесь в основном все новый завоз, как бы и на девушку, и на девочек, и на женщину. Вот это женские? Это женские. Uh-huh. Высокая посадка. Ой, слушайте, шнурка. Самое классное, высокая посадка и длинные. Есть и длинные, да. есть и укороченные, и есть пушиколотку. Uh-huh. Вот, допустим, бойфренд. Ну, для, допустим, таких дам, которые слегка, которые жалуются на свои бока, там, ну, ага. типа, не комплексуют. Они скрывают да, бока. Оно скрывает все. Слушайте, бойфренды. Ну, бойфренды – это классная штука. Это, в принципе… Здесь работа идеальная, сама джинса, качество. И в какую цену вот эти джинсы? Эти джинсы у нас как бы идут в районе от, я говорил, от 20 и выше. Угу. До… Хорошие джинсы, хорошие, до 65, до 70 можно идеальные джинсы подобрать. Угу. Также мужские. Самое главное, ростовка. Угу. Как бы вот взять любую, например. Классика без всяких лишних. Да. Ой, и они как брюки они, и это джин. Новая ткань. Ага. Некоторые привыкли видеть стандартную джинсу классическую. Угу. Есть и такие. Правильно, 60. Тут как бы от 20 и выше. Самый главный вопрос. Когда покупаешь черные вещи, они выстирываются? Они не выстирываются, потому что здесь они уже обработаны. Угу. Они прошли обработку. Угу. Есть джинсы, которые проходят химиообработку водяную. Есть, угу. которые специально, чтобы довести... И они у вас прям с ремнем здесь продают? Они с ремнем, да. Некоторые без ремня. Угу. Вот, допустим, эти джинсы прошли обработку определенную. Видно, что здесь цвет джинса был вот. Вот такой. Его клепают вот так. Обрабатывают, давайте а потом посмотрим вытаскивают. Интересная модель, смотрите какая. На да? пуговицах. Супер хорошая, вообще. Четкая. Ой, с белыми кроссовками, с футболкой вообще да? идеально. Супер, да. просто. Самое главное, вот эти покрой. В какую цену? Эти 50. 50 долларов. Ну, в общем, джинсы у вас от 20, джинсы от 20 и выше. И выше. Ага. Как бы вот можете выбор снять. Выбор. Да, выбор здесь, конечно, огромный. И Новые коллекции. Футболки у нас мужские от 10 и выше. Угу. Вот, допустим, взять любую здесь. Вот, допустим. По качеству пощупайте вы сами. Ой, отлично, да. Все, что в сером цвете, оно нежное и приятное. Угу. Покрой, самое главное, идеально. То есть человек одевает, оно сидит на нем угу. как раз. Еще спрашивают про размеры. Есть ли большие размеры? Есть, конечно. Угу. Мужские? До
я сразу покажу. До 6 иксов, до 7, до даже 6 до 8. Угу. И рубашки. 6x. 6XL. Вот, огромные. Допустим, это у нас 5 иксов. Это у нас стоит. Когда это 25. Учитывая, 25. Что это батал. Батал здесь, то есть большой размер, скрытая пуговица. Обратите внимание. То есть сделано качественно. Вот так вот выворачиваем. Пуговица скрытая, ворот обработан, все четко. Руки здесь прошиты, чтобы приглажки вот здесь они мучились. И вот эта часть не свисает, не деформируется. Рубашки есть. С коротким рукавом. Это у нас кто? Летние рубашки. 5 иксов. Качество идеальное. Покрой хороший. Рубашки в какую цену? Рубашки. Это у нас $20. $20. С длинным рукавом, с коротким рукавом 5 иксов, 6 иксов. То есть большие размеры. Есть расписные футболки. Ну, вот, допустим, мужчина, который хочет что-то необычное. Смотрите. Тоже оригинально, да. Тоже четко. И выбито, пробито. Она как бы после стирки не деформируется. Ничего с ней не станет. На хорошее качество наносят хорошую работу. И они по $20, да? Минуточку. 25. Ну, опять-таки, футболки от 10 и до 35 меняются. Зависит от работы, все от качества футболки. Футболки. И здесь все футболки. Слушайте, ну у вас есть разные, и одноцветные, с разными воротниками. Конечно, когда заходит... И вот, вот это тоже мужские, да? Абсолютно. Вот, например, для молодежи вообще супер. Прям, ну вот, допустим. Прям, ну, да. Это знаете, очень как классно. Показывать можно до бесконечности. Да. Еще у вас много спортивных костюмов. Это идут, расскажите, в какой они цены? Это идут отдельно, типа верха. А, вверх. Как да. Толстовки. Толстовки, батники. Угу. Вот, допустим. То есть они такие утепленные, да? Это с начесом, с начесом. Есть здесь начесы, они вот в таком варианте. Сейчас тут молодежь такое предпочитает. Угу. Здесь идет. Как полотенце, обратите, как бамбуковое полотенце, как бамбук. Двойное строение. Это здесь какая-то идет... новая технология? Это как бы Турция. Турция. Здесь реально качество шикарное. И в какую цену начинаются вот эти? Они вот начинаются от 25 и выше. У них есть штаники, можно сделать комплект. У этих есть здесь тоже штаники. Вот это вот все женское. А вот это вот все идет мужское. Здесь батники, толстовки с капюшоном, без капюшона, на молнии, без молнии. Тоже от 20. Допустим, серия разбита, ну там по размерам главное попасть. От 20 и выше. От $20. От 20 и выше. И выше. Летние, да, такие, да. Как коктейльные. Одели и пошли. А, ой, есть длинные. Слушайте, какая красота. Все, я хочу себе. Есть. Сколько длинные? Они стоят? От 20 и выше. 20 и выше. Вот смотрите. Некоторые говорят, полоска, типа она полнит. Наоборот, полоска стройнит. У нас в основном полоски продаются. Слушайте, какая красота. Здесь от $20. От 20 долларов. Да? Допустим, серия супер. Тоже разбита. Вот, допустим. Ну, здесь по цвету, по размеру, если попадем. Вот, допустим, продажи, они были дороже. $20. Пике качественная. Здесь есть и большие размеры. Кстати, покажу вам. Вот такие вот футболки. 2, 3, 4, 5, 6 иксов. Большие размеры, да. На женщине. Платится. Такой. Вот, допустим, пиджак. Правильно, пиджак. Качество идеально. Лекал идеально. Оно не на подкладке полностью. С двумя разрезами, как бы с машины человек, если выйдет, оно не ломается, оно не ломкое, не синтетично. Все обработано, конечно. Вот одеваем, я 1,83 м. Чтобы мне угодить, это очень сложно. У меня руки длинные. Длинные. Вот обратите внимание. Одел slim fit, как бы по талии, и сидит как раз. Слушайте, ну смотрится вообще потрясающе. Богатый вид, под джинсы, под брючки. Да. Эластичная. Как бы. И в какую цену вот эти пиджаки? Пиджаки, это у нас кто? 90, 100, 120 меняются как бы. Долларов. Куртки, пуховики. Как бы вот это водонепроницаемая, она не горит. Друзья, кто хотел ветровки? Вы спрашивали про ветровки. Это вот не просто ветровка, ветровки. Это водонепроницаемая вещь. Она не горит. И здесь идет на флизе родное. И есть на вот таком
В какую цену вот эти курточки тоже скажите, курточки, пожалуйста? От 50 до 150. У вас есть еще вот такие вот что-то типа ветровочек, да? Это идет. Нет, как, не ветровочек. Как стеганка. Ага, стеганка. Но такая тоже приталенная. Угу. Лекала опять-таки. Угу. И качество. В общем, куртки у вас разных видов. От 100 до 170 долларов. Ветровки начинаются мужские от 80. От 80. От 80. Ага. Можно я сюда пройду, покажу. Вот эти. Вот эти вот у нас, допустим, плащевка фабричная тоже. Угу. Ветровки от 80. Здесь 4 модели у нас. А, есть 4. Куртки. Это ага. укороченные, а это вот удлиненные. Тоже водонепроницаемые. Тоже водонепроницаемые. Да? Смотрим вот такой здесь. Вот интересной подкладкой. Это не подкладка, это цельная ткань. А, ну, это ну подкладка да. все равно. Ну, ага. она нано-ворсинки. А, здесь то есть она прям к этой самой. Оно само нарощено. Ага, было ага. я показывал на флизе, а это ага. нано-ворсинки. То есть до минус 10 ее. В описание заходим в интернет, пишем название soft shell, это мягкая оболочка, которая как бы против влаги, воды и мороза. Как водолазная форма, только в плотном виде. Водолазы же не мерзнут, они ныряют, только это модернизовано, то есть в городском виде. Есть hard shell, это грубая оболочка, а это альпинисты используют, а это в городском виде. Вот она здесь, пятислойка, обратите внимание. Мембрана, раз, два, три, четыре, пять. От компании Gore-Tex. Угу. Мембрана. То есть принцип работы терморегуляция. Выводит тепло угу. излишнее, угу. а снаружи ничего не поступает. То есть человек одевает, он чувствует себя в комфорте. Она угу. эластична, с капюшоном. Здорово. Капюшон не отстегивается. Угу. В трех цветах. Красная, черная, белая. Еще я вижу у вас детские курточки. Да. Что у вас есть из детской одежды? Это, кстати, женский пуховик. Из детской одежды футболки от 5 долларов. Вот это детские уже идут. Это детские. Угу. От 5 долларов, это у нас вот с Турцией связано, символика. От ага. 5 долларов футболки до 15 от меняются. 5 до да. 15. Потом угу. поло, детские поло. Их очень много разных. Угу. Качество, как у взрослых. Качество. Покрой угу. правильно, тоже пошито. Это у нас, допустим, сколько? Это 16. Мы ее за 10. Осталось 11 уступаем. Ну, я имею в виду да. теплые. Детские костюмы ага. от, с начесом теплые. С начесом. От, здесь надо смотреть. Угу. От 30 и выше. От опять-таки, качество. Это штанишки и кофточка? Это штанишки, а вот это идет ага, то есть вверх. Вот такие костюмчики от 30 долларов. Угу. Но они такие тонкого классные, качества. Да? Тонкое идет от 15 и ага. выше. То, что мы в какой да, цену? Это у нас идет, минуточку. Костюмом оно в районе 35. 35. Но здесь от качества. Угу. Опять-таки от 15 до 50. До 50. Меняются. Зависит от качества, зависит угу. от форматики. Это в какую цену? Это у нас идет, минуточку. Костюмом оно в районе 35. 35. Но здесь от качества. Угу. Опять-таки от 15 до 50. До 50. Меняются. Зависит от качества, зависит угу. от форматики. Ой. Это у нас четверка. Они начинаются с единицы. Угу. С двойки, тройки и четверки. То есть вот так. И угу. по цветам меняются. Потом. По цветам есть разные. Ну, в общем, цвет можно выбрать. Цвет или... можно выбрать. Да, по да. вашему вкусу. Давайте теперь посмотрим, что для женщин. Вы говорили, что есть женские футболки. Футболки вот здесь, и спортивные. Футболки начинаются от 10. Здесь вот серия, допустим. Главное, чтобы по размерам попасть. От 10 долларов, от да, 10 долларов. Серия разбита, как бы продались, но по угу. размеру, если угодим, угу. вот от 10. Ага. Качество любит, потрогайте. Кто любит вот с такими? Ну, это одна из нескольких. Ага. Опять-таки, главное, чтобы по размеру попало. Ну, на меня налезет, так что я могу брать. Для спортивные для... костюмы я особенно люблю, да. Расскажите, что здесь? Для любителя, вот допустим, ну вот, просто посмотрим. Ой, есть батал. Это какой у нас? Это единица, это большой размер. Угу. В какой цену они? Этот и они идут со штанами вместе, со да? Вот к этим, да. к этим, к этой кофте. Спортивные вот эти костюмы вот штаны. От 50
и выше. От 50 до 130, до 150, даже до 200 есть костюмы. Есть у вас вот такие тоненькие и с начесом теплые. Здесь мужские пола. Пола начинаются от 13, даже от 10, можно сказать, и выше. От 10 долларов. От 10 долларов. Размеры тоже есть. S, M, L, XL, 2X. И есть баталы, то, что я вам показывал там изначально. Большие. Они меняются 20, 25, 30 и тоже выше. Это мужские костюмы. Тоже спортивные. Да, спортивные. Вот, допустим. И на больших, даже до 6X есть. 6X и 7X. Это верх. Здесь упрочненная основа идет, некоторые говорят синтетика, но в ней тело дышит, для того, чтобы вот это не растягивалось, то есть не деформировалось. А, то есть они даже не это самое, форму не теряют, естественно, да? Не выцветают. Слушайте, здорово. Вот такие с этим самым. Натуральные вот это, как детские показывала. А это штаники. Вот так вот, вот идет костюм. Вот мы любим вот такие цвета. В одетом виде, оно, конечно, совсем по-другому. Супер. И в какой цену, например, вот этот костюм? Этот костюм у нас, можно я посмотрю. Это в долларах, со скидкой я говорю, 60-65, опять-таки, костюма от 50 и до 130 цены меняются. От 50 до 130. Шорты от 10 до 35. Шорты еще пляжные. Да. Низ. Отдельно вот спортивный низ. От 20 до 50 тоже цены меняются, несколько вариантов. В общем, друзья, как вы поняли, в Агденис бутике хорошее качество. Я подтверждаю это сама, потому что я беру здесь сумки себе, маме. Я ношу вещи очень неаккуратно. Я все это бросаю. В общем, я отношусь к вещам очень плохо. Это, конечно, нехорошо, но мы всегда здесь берем джинсы, спортивные костюмы, футболки. Брату моему брали в прошлом году. Все это носится отлично. И самое главное, это не теряет цвет, не теряет форму. Вот что мне нужно, когда я, например, ищу. В общем, друзья, в этом магазине можно ходить бесконечно. Да. Я могу показывать до бесконечности, терпение, слава богу, мое дело. Да, одевать. Поэтому если вы придете, вам все покажут, расскажут, и, конечно же, вы все сможете померить. Спасибо вам большое, что уделили нам столько времени и рассказали про товар. А вы обязательно приходите в этот магазин. Я думаю, что вы не разочаруетесь, без покупок не уйдете. И, конечно же, все контакты я оставлю в описании. Приходите. Покупайте, наслаждайтесь шопингом. У вас шопинг. Шопинг это как бы это тоже искусство. Да. Это настроение. Сейчас, правда, скажете, может быть, за просмотр этого видео ни одного клиента. Сейчас тишина, час пик, как бы сейчас жара, люди на море. Обеде, на море, на да. обеде, как бы мы знаем. Нет, что... мы специально выбрали время, да. чтобы нам смогли все подробно объяснить. Вчера вы проходили, утром. Я был занят. Да, был... вчера было народу очень много, поэтому мы специально пришли, чтобы здесь было тихо и спокойно. Чтобы уделить время. Сейчас, если клиент был бы, я бы не смог с вами столько разговаривать. Поэтому спасибо вам большое. Вам спасибо. Приходите в магазин. И вас. Вам спасибо. Ждем. Да, приходите в магазин, делайте покупки и, конечно же, носите вещи с удовольствием. Спасибо, что смотрели. Всем всего хорошего. Приезжайте в солнечную Аланию и приходите в Агденис бутик. Дай Бог. Будьте довольны. Всем хорошего просмотра.